Хорошая погода летом и скорое наступление зимы. Участникам движения по трассе Ленск-Мирный больше надеяться не на что. Стратегически важную трассу сегодня называют просто направлением. Почему так сложилось за ее полувековую историю, пытался разобраться Дмитрий Вильчевский. Мы находимся на 27-м километре трассы Ленск-Мирный. По внешнему виду ее состояние можно назвать удовлетворительным. Однако самую объективную оценку дороги могут дать только водители. Нету дорог. Одна дождь прошел, грязь. А пыль, дождя нету, пыль. Практически летом нету дорог. Зимой, когда замерзает, более-менее. Тут можно ехать только на танке. А обслуживание как проходит вообще? Обслуживание мы не видим. После прошлогодней реорганизации ленские дорожники получили дополнительно в обслуживание 32 километра дороги. Теперь под их контролем участок от Ленска до 96 километра, где находится поселок Дорожный. Только вот с увеличением объемов работ средств больше не стало. А с июня прямое финансирование со стороны компании «Алроса» прекратилось. Следовательно, и обслуживание трассы теперь проводится по минимуму. Только на средства по линии республиканского ведомства. Работа автогрейдеров осуществляется согласно контракту с Республикой, управление автодорог Республики Саха, где по ведомости работ всего 4 прохода в месяц мы отрабатываем эту дорогу. В июне и в июле месяце постоянные дожди, приходится работать больше, работаем себе в убыток. По данным мониторинга, за сутки по трассе проезжают от 1,5 до 2 тысяч единиц техники. В основном это тяжелые полуприцепы массой более 30 тонн. В 60-е годы, когда дорога только строилась, о таких грузоперевозках даже не мечтали. Она вся проблемная дорога. Она вся в нулевых отметках. Все-таки годы постройки дают о себе знать, 60-е годы. Лыжневка сгнила. Появляются большие линзы, провалы. Средств и сил Ленскому дорожному участку хватает только на грейдирование дорог и небольшой ямочный ремонт. То есть попросту на поддержание дороги в удовлетворительном состоянии. В этой ситуации водителям остается надеяться только на благоприятную погоду. Дмитрий Вильчевский, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».